Всех приветствую. Ну, сегодняшний дневной обзорчик у нас будет в поселке Аше, где я, в принципе, сейчас уже и нахожусь, прямо на самом пляже. Температура воздуха непонятная. Пока я ехал, тут было и 19, и чуть ли не 20. В общем, однозначно, давайте возьмем так, среднее что-то, 18 градусов, вот так вот где-то. 18-19, вот так вот. Не хочу врать, точно утверждать не берусь. Море слегка подкрашено водичкой, речной я имею в виду, слегка оно такое серовастенькое. Но если забраться куда-нибудь повыше, то видно, какое оно красивое бирюзовое там, где-то метров за 150 поглубже. Шадрины были здесь в 2007, извините, 2011 и 2020 году из Перми. Так что, если кто знает шадрины из Перми, привет им передавайте. Самара, Ишимбай, ну, Ростов, Москва, ЦСКА. Это само собой. Ну, как видите, на пляже особо народа нет. Пока еще в Аше все-таки не наступил туристический сезон. Еще рановато чуть-чуть. Но попозже людей будет гораздо-гораздо больше. Наводили порядок в поселке, есть еще над чем поработать. Вроде как сделали, но надо чуть-чуть еще доделать. Кто желает, тот посмотрит на канале Дзен. Электрички, видел, тут проезжали. Вот отсюда, я не знаю, видно вам, не видно. Но то, что в море в разных тонах, видно, думаю. Абсолютно. Все море мокрое. И красиво. Вот когда солнце выходит, вообще цвет меняется. Дама ждет электрички. Не знаю, как часто они тут ходят, но, наверное, ходят. Я уже отсюда даже вижу свой автомобиль. Вон там в районе столовой Урал. Отдыхает. Устал сюда ехать. А ему еще обратно. Площадку я вам показывал в свое время. Тут немножечко произошли, конечно, изменения. Вот я заметил, что вот эти вот сделали клумбы красивые вроде бы как. Но внутри пока тут какой-то бурьян растет везде. Во всех клумбах, что я видел. Место, где посидеть, отдохнуть, будет точно. А вот с рыночком небольшой напряг. Я так понимаю, что трудящимся нравился рыночек. Во всяком случае, я читал в комментариях о этом. Красивые здания, интересные. Там вот, смотрите, в проеме. Красивый домик с цветочками на подоконнике. Ну, частное домовладение такое красивенькое. Пока еще Аше спит. Дремлет. Но уже один глаз слегка-слегка приоткрыт. Вот-вот проснется. Мы с вами на улице Репина. На улице, которая ведет к морю. Красивенькая такая. Ну что, друзья, всем говорю до свидания, всем доброго дня. Вот такой вот получился у нас сегодня дневной в районе Аше, улица Репина.